Ты много отвечал на разные вопросы, и на, по-моему, предпремьерном показе, или когда-то ты упомянул, что самая запоминающаяся пресс-конференция была в Риме, во время римской премьеры. После римского показа. Чем она была какая-то особенная? Чем она отличалась от сотни других прессух, в которых ты принимал участие? Ну, потому что там собрались очень заинтересованные, посвященные, просвещенные люди, во всяком случае, те, которые пришли на пресс-конференцию. Там была очень высокого уровня подготовленность прессы именно к такому классу кино. А это не просто один из фильмов, а поскольку его давно ждали и любят Германа, знают Германа, это... И там вопросы были очень интересные по существу. Там не было, скажем, вопросом... Можно я процитирую один вопрос? После этого было несколько пресс-конференций в Москве, в частности, после показа в 35 миллиметрах для прессы. Первый вопрос, было много журналистов, все. Вот. И я понимаю, что картина серьезная, поэтому я всех настроил и сам настроился на какой-то веселый лад. Ну как, все-таки это, да, человеческое общение. Журналистов с творческой группой. И первый вопрос прозвучал, встает молодой человек и говорит: «Скажите, пожалуйста, я не знаю, кому адресовать вопрос, я бы хотел спросить, почему в фильме так много грязи, так много отхожих мест, все какие-то грязные, заплеванные, и вот такое ощущение, что все с каким-то невероятным запахом». Ну, вот. Представился и присел, я говорю: «Ну, я очень рад, что у нас с этого вопроса началась пресс-конференция, если учитывать еще то, что этот вопрос задал канал НТВ». Значит, раздались аплодисменты. Почему столько много грязи всего этого? Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».